Друзья, всем привет, друзья. Вот, короче, я буду жарить яичницу с ветчиной. Что-то мне так захотелось яичницы с ветчиной. Я купил ветчину. И вот, буду сейчас жарить яичницу. Так, я хочу это все тщательно перемешать. Все тщательно с вами перемешаем, друзья. Яичника с ветчиной. Кстати, яйца домашние. Это я вчера ездил в деревню и взял у отца куриные домашние яйца. Сейчас будем кушать с вами. Ну вот, я положил все в тарелочку. Давайте с вами кушать. Сейчас возьму вилку. Хлебушек. Такой хлебушек. В общем, приятного вам аппетита, друзья.
офигенно вкусная яичница. Вообще очень так сочетается с ветчиной. И ветчина очень вкусная. Настоящая мясная. Если бы еще кетчуп был бы вообще бы супер. С кетчупом вообще было бы классно. Ну все, все, я скушал, друзья. Получилось с ветчиной вкусное на пятерочку, на 5 баллов. Вот единственное, что бы я добавил еще к этому кетчуп. С кетчупом было бы вообще бы круто. И майонез, или знаете, можно было бы майонез смешать с кетчупом. Вот. И получился бы такой соус, и полить им яичницу, и было бы вообще бы суперски. Вот. Ну ладно, друзья. Спасибо вам огромное, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал точно.